мы с летней одеждой? Отзовитесь, пожалуйста. Ни для кого не секрет, что мы скоро улетаем на острова. И просто, поняшь, не спи, кровь из носа, нужна летняя одежда. Купальники, туники, платья. Пожалуйста, пишите в директ или в комменты. Любишь ты цветочки, да? Хозяин тебе цветочки подарил? Любишь ты цветочки? Ой, какие красивые розочки у нас. Какой шарик красивый. Да, Боняш? Тихо, тихо, тихо. Аккуратно, Боня, аккуратно. Аккуратно, моя хорошая. Не ешь, Боняш, это же бяка. Бонечка, ну что ты? А, еще кусаться будешь? Бонь, кто покусал? Нельзя цветы кусать. Бонь, посмотри на меня, Боня. Бонь. Не храпит, а сопит. Гребзя, всем бот, он быстренько проснулись там, вот так-то лучше. Лучше начало дня можно назвать любую борьбу над своими желаниями, над своими страхами. Да, Никитос, как борьба протекает? Нормально все у тебя, родной? Да. Тренировочка хорошая. Здорово, родной! Здорово, Роман. Как оно? Нормально все? Спасибо. Слава богу, друг. Давай. Обнял. Ёшкин-матрёшкин. А что это? О, я вас услышал, ребята. Ага. Ага. Хорошо. Отлично. Так она стучит уже, Коля, отпусти. Она стучит, Коля, отпусти ее.